Прекрасная новость для поклонников Бурака Дениза. Известный турецкий актер был полностью оправдан по предъявленным ему обвинениям, которые выдвинула его коллега Нильфири Шахинкаян. Как сообщила известная журналистка Берсен Алтунташ, Бурак Дениз оправдан по обвинениям в избиении, угрозах и оскорблении Нильфири Шахинкаян и ее спутника Эмре Юсуфи. Решение было принято по делу, возбужденному в прошлом году в ходе Аднанского кинофестиваля. Бурак Дениз, находившийся в Адане для съемок второго сезона сериала «Шахмаран», вступил в спор с Нильфири и ее возлюбленным, который привел к судебному разбирательству. Согласно решению суда, обвинения в адрес Бурака Дениза были отклонены из-за того, что совершенное деяние не содержало состав преступления. Судьи не нашли улики, которые подтверждали бы вину обвиняемого. В решении подчеркнуто, что в случае подачи апелляции будет назначено новое слушание. Похоже, эта история завершилась для актера, который продолжает успешную карьеру на турецком телевидении, вполне благополучно. Вряд ли Нильфири подаст апелляцию по делу. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал. Также вы можете следить за последними новостями турецкого шоу-бизнеса в нашей группе в Telegram, ссылку на которую я даю в описании под этим видео.